Здравствуйте. В прямом эфире студии программы «Сегодня журналист» Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость, вернее гостья, очаровательный настоящий полковник Людмила Юрьевна Теряева, начальник штаба департамента полиции Алматинской области. Здравствуйте, Людмила Юрьевна. Говорить мы будем, естественно, о работе полиции. В последнее время очень много вопросов уделяется реформе правоохранительной системы. Вот как сейчас проходит реформирование структуры? И в это, понятно, что сюда входит множество направлений. На какой стадии сейчас находится эта работа в полиции Алматинской области? Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, уважаемые жители Алматинской области. В рамках реализации поручений главы государства уже второй год проводится реформирование правоохранительной системы, в частности, Министерства внутренних дел. На первом этапе были сокращены некоторые должности в центральных аппаратах. Сейчас, в этом году, по указанию президента, полиция переходит на сервисную работу. Что это значит? Это значит, что основные принципы нашей работы будут — это узнаваемость, доступность, взаимоуважение. Принцип этой работы – это взаимодействие. Взаимодействие полиции с населением. Ну, как бы можно сказать, что это не будет чем-то новым, потому что можно заметить из социальных сетей, вот этот год был объявлен волонтером. Очень большую помощь полиция оказывает сейчас наши граждане. За что им большое спасибо, потому что действительно порядок, правопорядок, общественную безопасность без помощи наших граждан мы не сможем навести. Скажите, пожалуйста, а вот удалось переломить такой стереотип людей, когда раньше мы все думали, что моя хата с краю, я ничего не знаю, и, в общем-то, когда спрашивают, что там произошло, я ничего не видел, я ничего не знаю. Сейчас как-то люди стали активнее в этом отношении? Как я уже сказала, активность очень большая, очень хорошая. Это видно через социальные сети. Затем очень много обращений поступает на телефоны доверия. Все звонки, жалобы, все видео нарушений, правонарушений, преступлений отрабатываются. И, что самое главное, идет обратная связь. То есть, чтобы население видело, что их информация, их работа не впустую. Mm-hmm. Ну и как бы здесь можно отметить, что действительно, вот как вы сказали, перелом произошел. Сейчас люди не считают сообщить в полицию о каком-то творящемся беспорядке, что это будет стукачество, как это раньше считалось. А действительно, это именно наша общая цель — навести порядок. Четкая гражданская позиция. Четкая гражданская позиция. Я напомню, что телефон прямого эфира программы «Студии сегодня». Код города Талдыкурган 872-82-40-0109. Звоните и задавайте свои вопросы по работе полиции. Ну, а мы продолжим. Насколько я знаю, что одно из направлений реформирования правоохранительной системы, в частности структуры МВД, возложено на цифровизацию. Вот что подразумевается под этим словом в полиции? Ну, сегодняшний день, вообще время, оно располагает именно развитию цифровизации. IT-технологии настолько стремительно развиваются, не осталась в стороне и полиция. У нас, во-первых, уголовные дела сейчас все больше и больше расследуются в электронном формате. Это вот для сведения. По области у нас установлено уже 300 рабочих мест, именно когда можно на компьютере в онлайн-режиме расследовать уголовное дело. Кроме того, у нас у сотрудников наружных служб, это вот в частности патрульных полицейских, участковых инспекторов, тоже, наверное, многие водители заметили, имеются планшеты.
в которых забиты множество информационных баз. В принципе, по индивидуальному, по ИИН в этих планшетах можно очень много узнать информации о человеке, ну, которого задержали за правонарушение. И здесь же можно, ну, то есть имеющиеся штрафы, допустим, состоит ли он в розыске, находится ли он в розыске, ну и так далее, сколько автотранспорта, в общем, все, максимум информации можно при задержании человека узнать посредством базы ЕРАП, это единый реестр административных правонарушений. Кроме того, у патрульных полицейских, у каждого патрульного полицейского имеется видеожетон. Согласно наших приказов, регламентирующих деятельность полиции, ни один патрульный полицейский не должен выходить на службу без видеожетона. Для чего нужны эти видеожетоны? Во-первых, это гарантия для самих сотрудников, чтобы, ну, скажем так, не было на них жалоб, лжедоносов. И, с другой стороны, это гарантия для граждан, то есть исключение коррупционных рисков. Все эти видеожетоны проверяются ежедневно. В принципе, работы видеожетона хватает на 12 часов, то есть на полную смену сотрудника патрульной полиции. Угу. После производится слив в сервер, и все видеожетоны изучаются. В случае изучаются каких-то спорных вопросов? Да, во-первых, спорные вопросы. Во-вторых, как я уже сказала, исключение коррупционных рисков. Естественно, сотрудники это знают, понимают, и уже, я думаю, что граждане заметили, насколько порядочнее стали работать наши патрульные. Ну, тем не менее, в социальных сетях появляется видео не только с благодарностью для стражи порядка, которые, допустим, в этом году неоднократно появлялось видео как раз таки с жетонов стражи порядка, когда они предотвращали суицидальные действия наших граждан, которые находились в различном психическом состоянии под действием каких-либо, может быть, психотропных веществ либо алкогольного опьянения. Но, тем не менее, как бы то ни было, как есть и положительные моменты, так появляются и отрицательные моменты. То есть там где-то страж порядка не так разговаривает, где-то не так себя ведет. Какая работа проводится в этом плане с сотрудниками полиции, чтобы как-то вот они себя все-таки подтянули? Ну, здесь, во-первых, я хочу сказать, что да, действительно, появляются в социальных сетях именно информация критического характера. Я хотела бы обратиться к гражданам, что сотрудники полиции – это люди, не те люди, которые прилетели с Марса. Они выросли здесь у нас, среди нас. Они чьи-то одноклассники, чьи-то сыновья, чьи-то соседи. То есть их характер, их мировоззрение формировало наше общество. И, естественно, если где-то они грубят, хамят, то да, мы не снимаем себе ответственности, но как под одну гребенку всю полицию ставить — это неправильно. Угу. Как я уже сказала, вот работаем с этими видеожетонами. Кроме того, у нас в дежурной части установлено программное обеспечение, это автонавигатор. Угу. И, соответственно, все сотрудники полиции, которые заступают в наряд, они находятся под контролем. То есть где-то с маршрута патрулирования, где-то незаконный простой, это все подконтрольно. Естественно, учиняется спрос. Угу. Кроме того, здесь уже само отношение граждан. Естественно, если где-то наши сотрудники вели себя неадекватно, нагрубили, нахамили, есть у нас телефоны доверия, пожалуйста, могут позвонить, обратиться, ни одно обращение не останется без внимания. Угу. Здесь же вот я хотела сказать, что с Нового года у нас будет работать программа, омниканальная система. Угу. Может быть, это забегая вперед, скажу. Значит, эту программу можно закачать на любой смартфон. И с помощью этой программы можно выйти на связь с операторами дежурной части.
Здесь можно посредством видео либо аудио сообщить непосредственно вот с места происшествия, с места правонарушения о беспорядках, о какой-то проблеме. И уже, то есть вся информация будет в онлайн-режиме проверяться и реагировать. То есть даст возможность оператору оценить обстановку на месте. Да, и визуально. Кроме того, после направления наряда оператор может вот этот вот период, пока наряд едет на место преступления или происшествия, уже, скажем так, советами помогать, подсказывать, что делать. Какие действия предпринять этому гражданину. Угу. Ну, подводя, у нас так получается, что встреча у нас практически в конце года, буквально несколько дней до Нового года осталось. И нельзя обойти стороной тему пандемии, поскольку стражи порядка вместе с сотрудниками медицинских служб, так скажем, ну, не побоюсь этого слова, первыми приняли этот удар на блокпостах, не зная даже, с чем они столкнулись, но понимая, что они должны там находиться, несмотря на вот этого невидимого врага, который косил наших граждан. Сейчас вот получили ли заслуженные награды эти стражи порядка? И как сегодня готовы ли наши службы правоохранители в случае, если вот вдруг, не дай бог, опять вот такое случится, либо что-то похожее, работать в этих условиях? Научились ли чему-то стражи полиции, стражи порядка? Здесь действительно, когда был объявлен режим чрезвычайного положения, сотрудники полиции совместно с медицинскими работниками стояли круглосуточно на блокпостах. Задача полицейских была именно обеспечить правопорядок. Потому что, как вот вы отметили, никто не знал, что это, как это и чем это закончится. Да, кроме того, наши сотрудники осуществляли охрану тех домов, больниц, где, скажем так, помещались на карантин заболевшие наши граждане. На сегодняшний день также полицейские в составе мониторинговых групп осуществляют рейдовые мероприятия совместно с санитарными врачами по выявлению и по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Здесь я бы хотела отметить, что помимо вот этого всего, наши сотрудники также в том же режиме продолжали осуществлять свои непосредственно функциональные обязанности. Это профилактика, раскрытие преступлений. Да, наши сотрудники поощрены. Все знают, наверное, что главой государства полицейские не были отмечены именно. Что и я хотела бы поблагодарить президента, министра внутренних дел. Все сотрудники, которые были задействованы на блокпостах, получили премию в размере 1 оклада. Кроме того, вот в конце года, в октябре, вернее, на заседании коллеги Министерства внутренних дел глава государства также отметил работу полицейских и вновь сотрудники, которые осуществляют вот работу по профилактике коронавирусной инфекции, были опять поощрены. Кроме того, 11 наших сотрудников получили государственные награды именно вот за указанную работу. Скажите, пожалуйста, есть у нас еще другая проблема? Самая, наверное, злободневная, несмотря не на все вот эти заболевания, но тем не менее, которая уносит человеческие жизни, это аварийность на дорогах. Раньше, несколько лет назад, все списывалось на плохое состояние дорожного полотна, связанные с этим дорожные происшествия. Но сейчас дорога у нас, ну, достаточно неплохая. Но тем не менее, дорожно-транспортные происшествия происходят, люди гибнут, и Алматинская область занимает одно из лидирующих позиций в стране в этом антирейтинге, скажем так. Какая работа проводится сейчас и с чем это связано? Действительно, один из проблемных вопросов для Алматинской области – это аварийность. Как показывает анализ,
основная причина аварийности – это недисциплинированность самих участников дорожного движения. Несмотря на то, что у нас в абсолютных цифрах очень большое количество дорожно-транспортных происшествий, здесь бы я хотела сегодня отметить, что в этом году их количество сократилось более чем на 20%. На треть сократилось количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях. Как показывает анализ, что в этом году, если в прошлом, позапрошлом году основная причина была это превышение скоростного режима, то в этом году это несоблюдение правил дорожного движения пешеходами. Очень много аварий у нас по причине выхода пешеходов в неустановленных местах. То есть здесь немножко вот эта структура изменилась. Что делается для профилактики аварийности? Ну, все, наверное, участники дорожного движения заметили, что в этом году у нас стали больше работать автоматизированные программные комплексы. Вот на сегодняшний день у нас на автодорогах области функционирует 30 программных комплексов. То есть это технические средства, которые сами выявляют превышение скоростного режима. И другие нарушения. Да, и в основном это превышение скоростного режима. Это что является главной причиной и проблемой для состояния аварийности. Здесь же я хотела сказать, с учетом того, что вот если, например, в прошлом году этих автоматизированных программных комплексов было всего 10, в этом году уже 30 работает, 20, по-моему, еще запущены в пилотном проекте, и планируется... С учетом эффективности их работы планируется на следующий год в рамках ГЧП, государственного и частного партнерства, на автодороге Алматы-Талдыкурган установить еще порядка 60 видеокамер. Именно тех, которые вот выявляют нарушение правил дорожного движения. Таким образом, мы все будет таким образом, да, во-первых, мы заставим водителей соблюдать правила дорожного движения, потому что штрафы, естественно, очень сильно бьют по бюджету, по карману, по состоянию, по уровню жизни. Во-вторых, мы минимизируем контакты сотрудников с водителями, что также исключит где-то коррупционные риски, где-то уже более заставит более ответственно водителей относиться именно к соблюдению правил дорожного движения. Спасибо. А у нас есть телефонный звонок от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я являюсь жителем города Талдыкурган. И вот бы у меня вопрос к гостю. Я бы хотел поинтересоваться. Вот в городе Алматы почти на всех перекрестках есть как бы автоматический перекресток. Подходишь, нажимаешь кнопку, и светофор начинает переключаться. А почему не у нас можно внедрить эту систему в городе Талдыкурган? Потому что у нас как бы пешеходы не смотрят ни по сторонам, ничего. Просто раз, побежали и все. А вот такую систему нельзя сделать на каждом перекрестке, допустим, где вот возле ЖКУ, например, возле вот во втором микрорайоне, возле кольца, там, возле на мебельном, вот как говорится, такое можно сделать, нет, в городе? Спасибо. Ну, я хочу сказать, что в Талдыкургане, в принципе, есть эти системы. Вот, допустим, возле, это какая, 4-я школа, вот школа Ломоносова, в 5-м микрорайоне. Конечно, их не столько много, сколько хотелось бы, но они есть. Кроме того, может быть, видели, у нас есть пешеходные переходы, которые с автоматическим вот включением мигающих, да, световых видеоотражений. То есть, получается, человек подходит и... Человек подходит, нажимает на кнопку, загораются сверху, начинают мигать вот эти вот отражения. Это ночью, в принципе, очень хорошо видно. Кроме того, вот в микрорайоне Каратал, это и по улице Тауэль-Сыздык, и по улице Джансугурова установлены два пешеходных перехода, где в ночное время именно разными цветами вот загораются как бы
То есть усиливает внимание водителей? Да, да, обращает внимание водителей именно на то, что там находится пешеходный переход. А у нас есть еще один звонок от нашего телезрителя и, соответственно, вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Говорите, мы слушаем вас. У меня вопрос. Да-да, говорите, слушаем. Почему автобус останавливается посреди проезжего полотна, а остановка остается метра 3-4 от него? И нам приходит пешком его идти туда, ходить. Борту и для чего? Вот пожилым людям. Ближе остановился, можно сесть. Все, спасибо. А не мешайте дорожному движению. Никто из-за было не смотрит. Вот вопрос хотел узнать. Хорошо, спасибо, мы поняли вас. Так, ну здесь, если автобус останавливается в неположенном месте, то действительно есть граждане, если увидят вот такое, они могут отправить видео. У нас в департаменте имеются наши сайты. Кроме того, есть номера телефонов WhatsApp. Могут отправить это правонарушение. И к водителю, который не соблюдает правила дорожного движения, будут применены меры административного воздействия. Отлично. Но опять же, таки, как вы говорили, в этом должны принимать участие все граждане, все участники дорожного движения, да. Чтобы мы проявляли нулевую терпимость. А у нас есть еще один телефонный звонок от нашего телезрителя и, соответственно, очередной Алло, вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы тоже задать вопрос такой. Вот я как бы автолюбитель с большим стажем. И вот на нашем рынке, да, проблема с парковкой. Это вот таксисты постоянно занимают эти места. И потом приходится многим парковаться, там во второй ряд вставать. Вот, то есть приезжаешь просто за покупками, и нет возможности припарковать машину. Ну и потом, как бы, там беспорядок постоянно на нашем рынке творится, как бы, когда все-таки, в конце концов, наведут порядок. Спасибо за вопрос. Здесь именно в Талдыкургане, я так понимаю, да? Да? Ну, действительно, вокруг рынка это проблемно, потому что автотранспорта очень много. Я хочу сказать, что, как бы, по обращениям граждан сотрудники патрульной полиции выезжают, работают там, стараются поддерживать правопорядок. Ну, конечно, бывают моменты, когда эти патрульные наряды выезжают еще на какие-то вызова, может быть. Может быть, в этот момент, конечно, и во второй ряд становятся. Здесь... Как бы, ну, может быть, действительно, управление полиции города Талдыкурган, в частности, дорожно-транспортная инспекция, работают совместно с Акиматом об открытии стоянок. И здесь вот опять-таки возвращаемся к этому вопросу. Если где-то нарушение правил дорожного движения, то есть стоят во втором ряду, то здесь, пожалуйста, фотографируйте, отправляйте, либо позвоните на номер 102, наряд приедет и... А лучше всего, на мой взгляд, самим не уподобляться этим нарушителям и не вставать во второй ряд, поскольку каждый из нас, честно говоря, лично мое мнение, стремится подъехать чуть ли не до прилавка торговой точки какой-то. Но это мое личное мнение. У нас есть еще телефонный звонок от нашего телезрителя и, соответственно, вопрос, но это уже последний. Алло, здравствуйте. Да-да, алло. Алло, здравствуйте, вот остановка Самал, 5 микрорайоны. Когда там, конечно, остановка наведет порядок? Там автобусы становятся 2-3 ряда. Приходится на машину нарушать, на двойную полосу выезжаем встречный уже. И потом пешеход, переход стоит, автобус ставит, люди невозможно пройти. Когда наведет порядок здесь? Хорошо, все, спасибо. Все, я так смотрю, действительно, аварийность – это наболевший вопрос. Больше всего люди касаются. Наверное, вы вот те вопросы, которые прозвучали у нас в эфире, вы возьмете на заметку как-то и все-таки порешаете. Конечно, именно вот сегодня прям даже с начальником управления полиции города Талдыкурган проведут, я думаю, отработки и наведут порядок. Но я опять же таки замечу, что на каждом перекрестке стража порядка не поставишь и не заставишь всех соблюдать правила дорожного движения. Это тут, наверное, скорее всего, в наших головах. Именно, да, действительно зависит от каждого из нас. Что ж, к сожалению, время нашего прямого эфира подошло так быстро к завершению. Я даже, честно, не ожидал. Тем более, что у меня были еще кое-какие вопросы для обсуждения. Ну, последний вопрос. Это даже не вопрос. Ваши пожелания нашим телезрителям и нашим гражданам.
Ну, в преддверии Нового года я хотела бы поздравить всех. Новый год — это для детей, для взрослых, это вот ожидание какого-то чуда. Я хочу пожелать всем, чтобы это чудо сбылось. Хочу пожелать всем, самое главное, здоровья, взаимопонимания, взаимоуважения и спокойствия. Спасибо. Ну, а я, в свою очередь, присоединяюсь к вашим пожеланиям и пожелаю нашим гражданам только одного – законопослушности. И помните, что наш закон у каждого должен быть в своей голове, что можно и что нельзя. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.